Обычное застолье закончилось поножовщиной. Советский районный суд вынес приговор в отношении жительницы областного центра, которая зарезала подругу из-за невкусно приготовленного ужина. По версии следствия, обвиняемая нанесла потерпевшей несколько ударов ножом в грудь. Затем другие участники алкогольных посиделок, ранее отбывавшие наказание, предложили замыть следы преступления и уничтожить улики. Скрыть произошедшее, тем не менее, не удалось. Расследование длилось больше года. Данные жители города Иваново вину не признали, однако вина в совершении указанных действий подтверждалась совокупностью собранных доказательств по указанному уголовному делу. И приговором Советского районного суда в отношении данных жителей города Иваново злоумышленница признана виновной в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно убийство, то есть причинение смерти другому лицу. Ей назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Двум другим лицам было назначено наказание по статье 325 Уголовного кодекса Российской Федерации о похищении паспорта в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.